Итак, всем трем и доброго времени суток, это канал Лэйзи. Дмитрий. И Лидия, я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях. На канал подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй, тебе не сложно, а мне приятно, а мне поддержка, а мне мотивация. Ну, в общем, вы все поняли. Ну что, Келдуин. Продолжаем. В прошлый раз у гномов проснулась совесть, они таки пришли нам на помощь, что не может не радовать. Вот, аллилуйя. Но пока что все плохо, потому что наши неунывающие дуэт гнома и эльфа, Глорфиндала, по-моему, и Глойна, продолжают идти по, так сказать, Средиземью и давать люлей силам тьмы. Без них вообще что-то ничего нигде не вяжется. Никто без них ничего не может. Видите, кризисные менеджеры Средиземья. Два таких. О, на авиации полетели в этот раз. Пока горстка храбрецов идет на восток, армия Саурона из ворот Долгулдора направляется к небольшому поселению у реки Калдуин. По-моему, небольшому поселению Кердек. Ага, здесь уже боевые тролли пошли. Это плохо. Эти ребята реально опасны. Ты-то чё своим флагом машешь? Чё-то небольшое поселение. Эребор, королевство Дайна. Его гномы уже спешат на помощь. Битва неравна, потому Дайн послал гонца к эльфам Чернолесья и Трандуил обещал помочь. Ага. Но путь до реки далек. Не падут ли гномы, так и не дождавшись союзников? Только не говорите, что мне сейчас на время надо будет все это делать, а? Я вас очень прошу, не хочу на время, пожалуйста, не надо на время. Войско рассеяно, лагерь потерян, Бахал, создатель, помоги, и Глоин нас угоняют в угол. Я ваш король. Надо отходить пристани к остальным войскам, а иначе пропадем. Да, и что делать? Ну, пойдемте к остальным войскам. Давай! Так. Требуется указано 37, включает... Ага, понял. Так, а у него стрелков не... А, у него нет стрелков. Блин, как плохо. Идем, мы идем, все, понятно. Что здесь? Это тоже мой отряд? Нет, это не мой отряд. Да, уж то, что ему топорометатели не дали, это, конечно, полный звездец. Два отряда ближнего боя. И куда ты, чувак, чесанул с такой адовой скоростью? В ловушку, что ли, меня заманиваешь? Баранью сделали. Это хорошо. Что ж поделать. Вы что, шутите? Так, я что-то ничего не понимаю. Ну, пошли нафиг сюда. Вы, блин, серьезно, что ли? То есть мне не надо было сюда идти? Тогда отступаем нафиг. Вы что, угораете, что ли? Неужели ты? Mm-hmm.
Давай, давай, воюй. Заклинаем, слушай, и ботинках желтый. Новый кинкеевся! Короче, стоим на месте и ждем, пока все восстановится. О, десятка. А что у нас тут на десятке? А, ну вот разве что. Так, что у нас тут не пустить смерти Дайна? Слушайте, надо придется ждать тогда сейчас. Ждать этого, как его, когда все умелки откатятся, а потому что иначе, а как тут? Нас тут всех расковыряли просто в легкую. Слишком легко, я бы сказал даже. Надо ждать, пока башня откатится, откатится. Вот эта хилка. Тоже, конечно, зря я не использовал. Ну, расслабился, да? Черные стрелы. Опа. Фига себе. Все готовы. Хм. Защитим свой дом. Цель, кстати, нечувствительна к страху. Ну так себе, честно говоря. Несколько отрядов гномов. Так, это откатилось. Ну, мы идем. Пойдемте пока потихонечку. Эту штуку здесь не поставишь. Ух, подерем. Ребята тут держатся, они неубиваемые, это же все нормально. Стоят и стоят. Это еще и ремонтируется. Вообще замечательно. То, что гномы хитрее всех, это круто. И сильнее всех, да-да-да. И быстрее всех, и мощнее всех. Сейчас подождем, пока одинокая башня не появится. Потому что если сейчас появится какой-нибудь огр, он меня растопчет просто-напросто. Махом. Сделать ничего не успею. Так что ждем башню. Ждем, пока откатится. Слушайте, пока откатывается... Тика. Зачем? Схожу себе. Можно было, конечно, запись выключить. Ну зачем? Так, ну что, пойдемте. Потихонечку. Потихонечку, полигонечку. Что ты? А, использовал? Так, давайте, давайте, ребят, воюем. Берегите огня! Берегите бороды!
Да ладно, со всеми справились. Отлично. Просто отлично. Не, ребята. Ничего личного, но хрен-то там. Вы не справились. Что там все трактиры и заставы? И даже все мордорские катапульты. А что, ты даже до конца не лечишь, что ли? А что-то можно еще захватить? Трактиры, заставы. Со мной не пропадет. Пойдемте прогуляемся пока. А что тут можно захватить? Подождите минуточку, давайте глянем. Может, что-то пропустил? Так сказано, захватите все. Трактиры, заставы. Тут захватывать нечего. Вот здесь мы прошли. Здесь тоже ничего нет. Здесь... Их флагов ничего. Тут у нас Назгул летал, который, видимо, специально пролетел, чтобы мне испортить жизнь. Пошли за золотом пока сбегаем. Один хрен надо. Пока башня с лечением не отхилится, смысла дальше идти нет никакого. Допустим, вот сюда залезем, да? Еще золото соберем. А, вот оно. Угу. Ладно. Почему бы и нет? Но мы сильнее всех! Ну чё ты? Но мы вперёд! Ух, подеремся! Держите шаг! Чё, прикалываетесь, что ли? Но мы вперёд! Бегом! Сейчас захватим, раз есть такое, такое требование. Уже прокачал. Блин, жалко, нельзя ему на автомат это поставить, а? Черт побери. И это тоже вот минус. Почему нельзя на автоматическое использование поставить? Что за бред? Сюда. Туда, туда. Лучник, как всегда, впереди планеты всей, блин. Видно, кому еще идти впереди в атаке, как не лучникам? Сейчас захватим, погодите. Золото сначала цапнем и захватим. Приходится играть крайне аккуратно. Теперь сюда. Спокойно, не торопясь. Все хорошо. Так, вот у нас раз, два. Ну, я, кажется, понял. Да сильнее, сильнее, успокойся. Танцулька хренова. Кто быстрее ветерка? Не знаю, кто быстрее ветерка. Наш король сильнее всех! Слава Дайну! Король прибыл! Ура! Сир, мы что? Эльфы ждем! И время думать! Пора воевать! Стоит окопаться здесь и готовиться к нападению! Охватим южную пристань! Так, что здесь? Угу. И оттуда нанесем удар! Как насчет подраться? Так, это мы забираем. Давай, 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 давай. А какой брод? Вперед!
чую. Близко, близко, успокойся. О каком броде идет речь? Что не пойму. А, вот он, брод. Мы захватили постройку! Ух, подерешь! Это здорово, что вы ее захватили. А какой-нибудь улучшайзеров тут нету? Сомы! Как насчет подраться? А мы хитреемся! К оружию! Давайте бегом. Пусть их тут слегка здание попинает. Защитим. Кусок говна сломал все-таки. Ребят, ну уберите их, пожалуйста. Давайте разламывать ее нафиг. Что за беспорядки? Спасем жив! Мы готовы! Спасете, спасете. И ширь, и вширь, все спасете. Так. Смерти Дайна, мордорские катапульты. Так. Давайте парочку штурмовых кораблей. Иди-ка, Дайна, развлекись. Ага, эти не лечатся, да? Катапульты бьют залпами! Укроемся здесь, а как чуть стихнет, вперед! Ой, ладно, эти катапульты не это. Ничего страшного в них нет. Здрасте, приехали. Да иди, то, что ты тупишь-то, блин, а! Тут специально это делает. Все. Проиграли. Если. Ну. Король Дайн умер. У всех есть камни. Не понял. Не останавливаться! Они не пройдут! Хам. То есть в целом ничего страшного, да? Питатели!
Погоди, сейчас. Еще 10. А кто у нас еще остался? Почему он моргает? То есть все-таки потерять Дайна можно. Жесть, катапульту догнать не могут. Понимаете, какой бред? Они не могут догнать катапульту. Вы-то откуда вылупились? Что-то я ничего не понимаю. Пока что. Главное не допустить смерти Дайна. Ну Дайн же умер. И мы всех сейчас теряем. Вся эта толпа просто выпирается на меня. Дурдом, что-то я вообще ничего не понимаю. Можно, нельзя атаковать. Откуда тонны просто катапульт вылезли, блин. Это фаланги. Ну вы сломаете ее? Нет, ребят, ну сломайте, пожалуйста, эту катапульту, я вас очень прошу, блин. Это они продолжают атаковать кого угодно, только не катапульту. Так, ясно, короче. Нафиг. Начать заново. Что-то полная хрень. Я ничего не понимаю, блин. Какая-то... Что за дурдом вообще, блин? Где база? Где хоть что-то? Вы что, угораете, что ли? Мне что вообще предлагать? Зачем я захватил эти дурацкие корабли? Нафига их было вообще захватывать? Чего ранить-то? Да. Что-то это... Полная шляпа какая-то. Тебе дают какую-то странную крепость. Иди, говорит, отбей Мордорскую крепость. Типа, ребята, там базу построить? Нет, вообще не вариант, как бы, да? То есть гномы пришли, типа, такие, ага, у нас есть два отряда. Да. Да, видишь, у вас мудаков в угол загоняют.
Два отряда ближнего боя. Стоят. Круто. Ребята, я сказал отойти. Я сказал отойти. Да уйдите же вы оттуда, идиоты! Нам как бы сюда не надо. Поведешь, куда ж ты так стоять? Отомстим. Ждем. Так, да. Дайн, он умер. Мне ничего не сделали за это. Ага, ясно. Круто, главное, чтобы он к нам не летел. А так в целом пофигу. Ну, пойдемте еще. Назгулд, конечно, круто, да. Я уж вижу, что кто-то очень сильно постарался. Ребята, я им сказал сюда уйти. Вы чего вы стоите там? Кто быстрее ветерка, ловкий и веселый. Да. Тогда в бой! Я ваш король! Так. Так, раз, два, три. Мерзость, блин. Ждем, пока он становится, а что еще делать? В этот раз немного все получше, но... Блин. Все равно, мягко говоря, отвратительно. Враги где-то рядом. Тут даже никто и не спорит с этим. Жалко, эту штуку никак использовать нельзя. А здесь можно, кстати. Тогда надо потихоньку вот эту территорию лесом заселять. За это засеивать всю. Потихоньку, полегоньку. Пока есть возможность.
Что, все что ли? Ну, нет, еще не все. Держите строй! Мы готовы к битве! Я это чую. Чувак, это очень правильно. Бить топором, блин, в землю или в доски, в настил. Ну все, что ли, нет? А собственно, а что все? Все равно ждать надо. Пока вот эта штука не отхилится. Та-та-там, там-та-та-там. Ну или хотя бы вот это. Да и вот это тоже на самом деле. Пойдемте. Держите шаг. То есть вы не можете туда не зайти, да? Идеально просто. Да вы шутите, блин, это не катапульта, это что это такое? Лучников убили. Какой бред. Сюда. Я что, просто... Неужели ты? Хотя бы отряд лучников не потеряли, уже хорошо. Я вообще не ожидал, что эта катапульта настолько метко будет шманеть. Вы что, угораете, что ли? Так, иди отсюда, ты меня не видишь. Враги где-то рядом. Бой? Лучше ли ты? Не хватало еще, чтобы сейчас по мне Назгул сработал. Я просто реально не ожидал, что настолько... Извините меня... Ровненько она выстрелит, блин. Ничего себе катапульта. Ждем, ждем. Обстрел, подкоп, фигня. Лучники Дейла. Хрен знает. Враги где-то рядом. Этот пятый уровень, это круто. Вот эти первый. Это плохо, потому что у них нет вот этой штуки, вот этой вот, знаменоносца. А мне сейчас надо ждать, пока исцеление откинется, отхилится. Так, давайте тогда я запись выключу, чтобы это слишком, ну, и так уж это слишком долго получается. Как только, так продолжим. Так, ладно, давайте двинули дальше. Все, ничего не путаю, нам надо сюда. Да поставься ты куда-нибудь, а, ну чтоб тебе...
Давай, развлекайся. Черт знает, что бы. Так, вот хрень стоит. Так, знаете, вот это хорошо. Ух, подай оружие. Угу, тут все собрали. Тут вроде тоже. Здесь сейчас соберем. Так. Я ваш король. Да кто ж спорит-то, ёлки-палки. Ой, хорошо, хоть золотишко сел. Че, 14? Да, 14. Я же не могу пока потратить. Чуть не моргает. Почему она моргает сегодня, блин? Или как они второй уровень взять не могут, блин. Сейчас мне нужно вот это исцеление. Надо всех вылечить, заодно лучников добавить. Давай, 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 ну быстрее, блин. И, кстати, они просто исчезают через какое-то время. Так и не понял, вот эти штуки не временные, чтобы Северогин интересует жизнь, затем участки местности, близкие леса. Бла-бла-бла-бла. Ну что, получается, они не это? Не на постоянной основе, что ли? Бред какой-то. Я думал, как в первой части постоянно держится. Оказалось, что хрен-то там. Прибыл. Мы что, эльфы? Не время думать, пора воевать. Надо докопаться здесь и готовиться к нападению. Охватим южную пристань и оттуда нанесем удар. Обязательно. Какой удар, кому нанесем, вообще непонятно. Так, 15, да? Ага. Шламляет войска врагов. Теперь это наш. Лучники Дейла! Ну пройдите дальше, ну что вы, блин, дурдом, а? Так, взять это, Да не знаю я, как насчет подраться. Никак, наверное. Так. Тогда в бой. Вперед, следуйте за мной. Угу. Мумаков-то мы отобьем, это не проблема. Куда? Куда вы? Завалена!
Так, минутку, а где мои лучники все? Теперь это знатели! Что вы? Что за беспорядки? У всех есть камни. Лучники, занять позицию! Ну отступите вы, ядрить вашу налево! Так, эта штука зачем? Ага, здоровье восстанавливает. Да чтоб вас опять, да куда вы лезете все время, а? Ядрите вашу налево! Лучники лезут в рукопашку и все, блин. Да пофиг, он просто идет, блин, и все, и всех сожирает. Все, отбили. Люблю, блин. Спасете, спасете. Это еще откуда? Что это? Они нас и лишат сейчас ресурсов. Эй, чё, ничего сейчас не сделаю. Все, лишили. Они лишили нас ресурсов. Класс. Опа. Слушайте, а какого хрена мне дали командование вот в такой ситуации дикой вообще? То есть он еще и урон не вносит, ни хрена. Я что-то реально понять не могу. Мне... А, он корабль не может построить. Урон вообще не вносит стрелами. Да. Не, ну вы серьезно что ли? А, блин, да со всех сторон, блин, лезут. Вы че угораете, а? Эти откуда вылезли вообще? Если что происходит. И все, и они нас сожрали. Мы сейчас хрен что сделаем. Смотрите, хоть на секунду, а? Здесь откуда эти взялись, вообще непонятно, блин. Ну почему? Почему лучники все время впереди планеты все, я не понимаю, а? Мы опять в рукопашку полезли. Как это работает? Тут два корабля, там корабль. Здесь кто-то откуда-то, здесь откуда-то, блин. Уйдите, 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 пожалуйста. Уйдите, ребят, я вас очень прошу. Уйдите, просто уйдите, пожалуйста. Отомсти за Балина. О, иди. Иди вон денег собери лучше. Но мне надо корабль сделать, мне же избавиться от этого отряда и сделать корабль. Что, мне просто взяли и сломали эту штуку, не пойми с чего. И все, толпа несется.
синхрон. Вода, вода. Что, не заметил? Да, Том. Давайте, давайте, воюйте здесь пока. Рад видеть. Вам катапульт просто немерено выползает. Замрите все, а. Это вы так замерли, да? А, ясно. Ну, еще золото можно было взять, ну ладно. Блин, мои катапульты так четко стреляли, а? Вы серьезно? Они уже здесь? Ё-каламана. Вы угораете, честное слово. Они уже тут. Они все плыли и уже тут. Ай, почему? Блин, тут еще один заказан. Прикольно. Ясно, то есть вы чуть-чуть ее не сломали. Даже не смешно. Так, мне нужно избавиться от этих кораблей, я не понимаю, где их делают. Кого они атакуют? А, тут это... Ну, атаковать ты будешь? Нет? А эту штуку если атаковать? О, да. Дай-ка ты вот сюда сплавай. Во-первых, хочу глянуть, что здесь находится. Во-вторых, нужно реально открыть тут все. Да, вперед. Поплавай тут пока. Масса,
атакую! Вот это плохо. Хватит тут беспорядков. Снова сидимся. А, они все ломанулись сюда, как только я брод перешел, да? Интересно. Вперед, вперед, ребят, ну не тупим. Жалко, эту штуку не спасем, похоже. А, нет. Может, и спасем. Нет, не спасем. Скотина. Ну, всегда найдется одна катапульта где-нибудь немножко сзади. Давай, давай, а вот и ты. Пугань приплывает, я не пойму. Враги! Враги пришли! У нас самые длинные бороды! Новый хитрее всех! Я ваш король! Гномы, да. Гномы хитрее всех. Мне бы до сути! Давай-ка. Оружие к бою! Вроде там что-то в воде. Бежим! Оружие! Эти господи! Откуда вы, черт вас побери, блин, беретесь, а? Какие-то корабли разбросаны по всей территории, блин. А это откуда взялся? Оригинально. Серьезно, откуда они берутся? Просто рандомно, что ли, возникают здесь? Так у них нет никаких производств, ничего. Че за бред? Просто из ниоткуда, блин, оригинально. Воу-воу-воу. Так, ты что тормозишь? Ай да быстрее, блин, а! Слишком много воинов, не надо ля-ля. Так, стоп, я здесь сколько на заказывал-то?
Опять неизвестно откуда взявшийся. Короче, давайте пойдемте сюда. Захватим тут все. Чую запах врага. Он его что, тараном, что ли, чисто взял? О, здрасте. Пятнашка еще одна, хорошо. Давайте ломаем их постройки. Все разломать нахрен. Все к чертовой матери. Ломай, ломай, ломай. Быстрее. Развалил это все нахрен. Нет, главное сказал, отступить. Эти стоят, да, продолжают воевать. Вот это молодец. Так, хорошо. Вы видите, что я молчу тут? Что-то как-то так, знаете, блин, напряженная игра такая. Что даже это? Чтобы говорить, ничего не охота. Да ну. У главов самые длинные бороды. Прям-таки теперь это ваше. Какая прелесть. Я поведу вас. Враги? Враги, да. Это сволочь тут крутится. Непонятно, откуда взявшиеся. Они откуда так вылазили, вылазили. Откуда вылазили, вообще непонятно. Здесь, видимо, я должен плавать и это собирать. Как его? Получил. Вот и молодец. Живи с этим. Если бы кто-то... А, нет. Давай, 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 блин. Оружие к бою! Так.
Так, сколько они стоят? 40, да? Так, это 520, 600. Фаланги заказывать негде, да? Давайте так. 600, 720, да, как-то так. Издание, производящее ресурсы. Забавно. Забавное уточнение. Спасем вширь. Давайте-ка одну ладью возьмем. Даже любопытно. Прогуляемся. У всех есть камни. Есть у всех. Давай. Вперед. Сейчас соберем тут. Мне просто интересно, на самом деле как-то странно. Куда это все на наши головы? Согласен. Мы готовы. Хватит тут беспорядков. Что за беспорядки? Спасем жив. А там бой. Танго, стройте. А, все что ли? Танго, смирно. Вперед. Снова мы не рубеемся. Угу. Где тут золото? Допустим, вот тут. Ну. Атакуют, атакуют. Чё ж теперь, помирать что ли из-за этого? Пусть атакуют, если хотят. Жалко, этих никак апгрейдить нельзя. От слова совсем. Главное, интересно, что один корабль здесь пропал напрочь. Если помните, тот самый корабль, который был... как там? Тот самый корабль, который атаковал нас издалека. Очень эффективно, к слову сказать. Хоббиты, за мной. Очень эффективно атаковал нас издалека. Вот в этой части. Но его там нету. Все? Да, похоже, что все. Ну и отлично. Фух, какую-никакую оборону организовали. Защитники Шира! А как это так? Все сюда! А, то есть все правильно? Да? Что-то я не обратил внимания, что это островочек такой. Хе-хе. Ладно, фиг с ним. Ай, да, поплыли. Вопрос, где сейчас... Хватит ли у искусственного интеллекта мозгов высадить его, ну, где надо? А, например, не вот на этом полуострове. А, то есть в целом хватило, да? То есть он прям на ближайшем высадил, они сами дальше бегут. Ну, в общем-то, правильно. Так, теперь нам нужна защита тут. А, кстати. Давай-ка пошустрее набирай. Всякого полезного. Так, сюда это. Мишевственные способности, да, все вспомнил. Я сейчас жду обстрела. Сколько стоило? Тут ладья, кстати, 15. Блин, 20. 25. Чуть-чуть не хватает, а. Жду, как только обстрел восстановится, чтобы вот сюда вот немножко жахнуть. Вообще, давайте посмотрим, что здесь осталось. Здания, судя по всему, рухнули. Это замечательно. Давайте поглядим, что тут есть, чего нет. Карта, конечно, крайне геморройная, очень странная. Во-первых, знаете, получить командование в момент, когда уже как это все пропало, шеф, все пропало. Какого дьявола хочется спросить? А почему до этого мне не дали командовать? Армия рассеяна, давай, говорят, управляй нами. А до этого мы как-то сами тут мозга компассировали. Класс, блин, отлично.
Просто великолепно ее лупало. Трусы! Они слишком далеко! Это да, трусы слишком далеко. Пойдем. Разомнемся, ребята. Пора бы уже размяться как следует. А, кстати, Том Бомбадил. Точно. Вот его мы сюда сейчас и вызовем. А, он не может здесь быть вызван. Вот и все. Давай, бомбадильчик. Бомбадиль. На всякий случай. Так, это пусть тут стоит, все правильно. Да веселый, веселый. Ах, ты ж исчез. Жалко. Так, хорошо, что они так обтекают незаметно. Не это. Вне зоны доступа. А что такое, ребят? Вас что-то не устраивает? Хорошо, с этим тоже разобрались. Ну а теперь с крепостью пора разобраться. Так, давайте-ка вот это вот. Мощно. Штука. Какие всадники? Ага. Ну, эту штуку они, конечно, сломают, да. Не помочь, помочь мне их нечем. Да. Он самый. Вражеский лагерь. Ну да, башню не сломали. Блин, было бы странно, если бы они не смогли этого сделать. Ребят, хрен-то там долбанные Назгулы. Хрен тебе, родимый. Давай, 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 быстрее. Давайте, разваливайте это дерьмо, блин. А, то есть это вот так вот. Это такая специфическая допочка, которую можно было выполнять, а можно было не выполнять. Ну, понятно.
Ай. Дурная карта, откровенно дурная. Не дали нормально реализовать потенциал гномов, блин. С крепостями повозиться и так далее. Бред полный. Мне не понравился, откровенно скажу. Я бы предпочел. Я люблю строить. Вот именно. По сути, мы все равно не выиграли. Все потеряно. Или нормально? Не похоже это на победу. Больше похоже, как это, на... Отбиться отбились, но толку. Жители, считай, все погибли. Мы выиграли бой, но пока у врага еще достаточно сил. Гонец, посланный гномами в Чернолесье, принес лишь печальные вести. Лесные эльфы не придут нам на помощь. А, ну они, да, они немножко заняты. Серьезно. Король Дайн решил отступить к Дейлу и принять бой там. Ой, король, да, короче, я говорю, черт знает что. 6. Красиво. Ну, постройки понятно. Ресурсы выше, ниже, выше, ниже. Счет только выше. Ладно. Перебор. Так, ладно, давайте небольшой перерыв и потом продолжим.